Всем хай! С вами я, Майн, и сегодня мы будем играть в Granny Chapter 2. Да, давно не было, более 2 месяцев. И один прикол. Грандпа, Нормал, Экстралог и Найтмэр. Да, мы с Толи снимали видео про Найтмэр, но тогда у меня был старый телефон, и он не потянул этот режим. Поэтому. Вау, какой же кровавый режим, и как же это все классно. Блин, я достаю третий палец по привычке, что типа играю в Stand Up 2. Играю-то я в 3 пальца. Кто, кстати, стрим мой не видел, запись есть. Обязательно смотрите. Так, Special K есть. Грандпа. Нифига себе. Так, дед. Слушай, я... Да, ты не идешь сюда. Молодец, просто я... Офигеть. Пойди, дед. Молодец, уходишь. Офигеть, камера даже закровавлена. Кстати, мне это все напоминает фильм... Подождите. Фильм про... Война миров. Или как там этот фильм называется? Ладно, неважно, в принципе. Вон, блин. Он идет туда, и тут еще и пауки бегают. И еще... Тут ничего нету, тут ничего нету. Здесь тоже не... Ой, какой... Нифига. Так, ну-ка... Опа! Вот так вот кинем со всей дури. Открываем тут, тут ничего не... Опа! Так, паучара. Уйди! Вот это ты скотина. Тебя убить случайно. Так... Мне кажется, нельзя. Дед ничего не слышал. Это хорошо, и поэтому мы сейчас... Опа. Да... Говорю же, разучился играть. Он идет вниз. Ребята, это мой шанс. Использовать экстралог. Офигеть, Грэнни, как... Чёрт! Блин! Фух. Я успел. Дед со мной, дед со мной! Быстрее, 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 быстрее! Фух. Такого же скача я не ожидал. Я не представляю, как я играл с Granny Grandpa на нормале. И при этом... Вроде как победил. Я точно этого не помню. А тут я с одним дедом уже... Ты уйди! Это капец. У меня мурашки по коже. Мне холодно. Вот эта атмосфера кровавая дает атмосферу. Кровавая атмосфера дает атмосферу. Кайф. Блин. Тут бы мне найти что-нибудь. Пу, оба. Ключ от дробовика, это хорошо. И тут, паучара, уйди, пожалуйста. Ну, ребят, давайте рискнем. Давайте. Так, открываем быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Фу. Я успел. Я успел. Не понял. Теперь мы сейчас будем мочить. Surprise, motherfucker! Ох ты ж гад! Ах ты ж гад, такая скотина! Я тебе сейчас вот туда прям... Опа! Поняли, куда я выстрелил? Минута 30. Ну, нормально, нормально. А через что мы сбегаем, кстати? Через что мы сбегаем? Через... Я хочу через вертолет, если честно. Хотелось бы мне сбежать через... А, ребят, а нет, раз экстралог, значит, давайте сбежим через дверь. Потому что
Это довольно-таки хорошая идея. Вот как раз-таки наш ключик. Давайте быстрее. Так, дед. Ты... Нет. Угу. Я забыл этот ключ забрать. Хорошо. Тут все тоже закровавленное. Ой, как же все родное, потому что след прошлой части, как я строил дом из игры Granny Chapter 2 в Майнкрафте. Да, кстати, посмотрите обязательно. По подсказочкам, там все есть, ребят, там все есть. Так, ну, чекнем. Чекнем это. Ты. А! Вот это было вообще. Я прям обосрался два раза, если честно. Так, берем эту штучку, и дед, кстати, скоро должен очнуться. И я надеюсь, да, я успею. И внучок кровавый. Вообще все закровавлено. Тут какое тут бешеное месиво, походу, было. Это вообще. А! Так. Вау! Как это все замудрено и сделано все очень. Качественно странно. Ладно. Тут ничего, тут ничего. Мы сбегаем через дверь, значит, нужно приготовиться сбегать через дверь. Так. А-а-а. Дробовик тут кинул. Офигеть, тут... А! Фух. А-а-а. Блин. Здесь... Он по камерам смотрит. Он по камерам смотрит. Хорошо. Это мы поняли. Давайте. В смысле? Ты, дед, выйди! Я чуть тебя пристрелил. А зачем он закрывает за собой? Так. На! Отлетел! Нифига, он руку аж за себя как сделал. Красиво. У него вообще текстурки его совсем прям поменялись. Все. Быстренько, что тут? У нас здесь бот Кей. Нафиг нам этот бот Кей нужен? Быстренько сюда. Так, оп. Оба, хендвилл. Быстро мы все-таки профессионалистические чуваки. Так. 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 Ребят, я извиняюсь, что вы меня не видите. Это... Есть на это некие причины. Какие... конкретно причины я... Ну, как бы я вот как раз-таки сегодня хочу посмотреть на сайте DNS камеры. И тогда прямо официально вы будете... Да... Точно! Это же у нас этот... Экстра лок, я там эту штучку не убрал. Блин, так все непривычно, это прям... Страшно, страшно, очково, очково. Так. Открываем это, нам это уже не нужно, не нужно. Так, здесь. Здесь ничего нету, быстрее. Так, где тут, пожалуйста, не нужно. Блин! Так, 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 так. Дед бежит и довольно-таки быстро. У меня здесь лежит электрошокер. Так. Черт, так. Но он уже за мной не бежит. Ладно. Где-то тут электрошокер, я его, походу, просрал, да? Не идешь? Да ты издеваешься, дед! Хватит за мной ходить! Кажется. Я слышал где-то. Ох, ё-моё. Давай-ка мы тебя тут, дружочек, оставим. Хорошо?
Дед, я тебя спрашиваю, нам тебя тут это оставить? Иди нафиг! Так, так. Быстрее, быстрее, быстрее. Я выжимаю максимум из себя и не могу бежать быстрее. Черт. Это было все максимально громко. Так. Настраиваемся на спокойное прохождение. Он опять туда идет. Дед! Ты мне на один вопрос не ответил. Нам тебя тут оставить? Или пойти? Ты... Вот так тебе. Нам тебя тут оставить? Дед. Ой, головой он там мотает что-то. Ты можешь ответить на вопрос? Нам тебя тут оставить? А как он меня тут пропустил? Дед, слушай, ты... Тут такие звуки, ты не... Ты чё пердишь, Я всё понимаю, я твой внук, твоего роста, я понимаю, мне уже 27, но... Ты очень... Он две камеры сразу смотрит? А как так? А как так? Ребят? Я закрыл дверь перед ним, лошара. Упал, все четенько. Фух. И ты очень опасно. Фух. Так. Он что-то там трындит. Слышь, ты сам иди в жопу, меня тут не посылай. Не посылай. Так. Паучароиди! Ладно. Что нам с вами осталось? Пэдлок. И сейчас мы вот эту штучку. Меня спалили по камерам. А зачем он опять пошел смотреть камеры? Кстати, где он? Идет, скотина, идет такая. Давай, 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 давай. Иди сюда, если не сыкуешь. Стоп, ладно, я тебя понял, я тебя... Хорошо понял! Иди отсюда, пожалуйста. Так, сейчас мы быстро бежим. Я из себя максимум выжимаю, вообще максимум на максимум. Сейчас быстренько забегаем сюда. Так, все, мы оторвались. Это прям вообще... Так, ладно, тут мы чекали. Нам нужен Пэдлоки Кей. Нету, нету и нету. Логично. Грень, когда выйдет обновление? А то тут это... Раз в два месяца снимать? Нам бы что-то, что может стрелять. О! Кокор Ас. И нам еще же нужно... это тоже находится на втором этаже, поэтому как бы все четенько топчик. Где я не смотрел? Я не смотрел у внучка. Ну, у внучка навряд ли это будет, потому что что-то по знаниям спавна этого, мне кажется, что я ошибаюсь. Гудбай, мазафака. Surprise, мазафака. Вот это он танцует, скотина такая. Ладно. Оп-оп-оп-оп. Почему нельзя здесь прыгать, как в Майнкрафте? У меня привычка постоянно, чтобы я тихо такой оп-оп-оп. А никак тут не прыгнешь. И, кстати, может быть, как-нибудь с гранатой пошалить. Опа! Ну, сейф-кей. Если там будет не пэдлок-кей, значит, он у внучары. Ну, это в лучшем случае. А если он будет там, где вертолет, то считайте, что...
это будет все очень плохо. Вот, блин, вот эти вот кровавые пятна вообще. А, все. Типа, ну, пока, типа, дед. Дед. Ну, я, типа, погостил у тебя, выходные, воскресенье уже подходит к концу, уже вечер давно. Мне еще домой уроки делать. И всякое такое. Ты меня, это, отпусти, а? Можно я поиграю? Дед. Сюрприз. Ты где, скотина? Дед старый, вонючий, пердучий. Кто там за мной бегает? Я вот чувствую. Так, поиграюсь чуть-чуть, дед. Дед. Сюрприз. Дедунчик. Ах ты ж там, скотина такая. Оба! Ну чё? Пу! Бомба! Чё, танцуем? Оу май! Оу май гаш! Вот это позиция! Дед, тебе случайно не стыдно быть вот таким, а? Чё, он прям вообще нет, да? Вот ручья, рука у тебя. Застрелить бы тебя еще раз тут. 20. Я теперь не достаю. Офигеть, а вот как просрать можно эту пульку, ее теперь не достать никак. А, нет, достать. Ну ладно, с дедом я попрощался. Так, уборочку небольшую сейчас. Мясо что-то на полу валяется. Сейчас мы ее вот так вот. Опа! Закинем. Ну все, в принципе. Ну, дробовик дед сам подберет мне как бы оружие брать. Ну, я ребенок, мне запрещено, поэтому. Ну ладно, дедуль, что? А, ты отдыхаешь там. Ладно, пока, братан. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck wood. Woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck?